Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы приготовим шоколадный яблочный пирог. Для его приготовления нам понадобится 130 грамм сливочного масла, 110 грамм сахара, 110 грамм пшеничной муки, 25 грамм орехов, 25 грамм шоколада, 2 яйца, 8 грамм разрыхлителя, пол столовой ложки корицы, 2-3 яблока. Яблоки моем, очищаем и режем кубиками. Шоколад натираем на терке или измельчаем ножом. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром до бела. По одному вводим яйца и тщательно перемешиваем. Муку с разрыхлителем просеиваем и соединяем с тестом. Добавляем орехи, корицу и шоколад. В завершение в тесто всыпаем яблоки. Перемешиваем. Форму застилаем пергаментом и смазываем маслом. Я использую разъемную форму диаметром 20 см. Выливаем тесто в форму и разравниваем лопаткой. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 60 минут. Если пирог сверху начнет подгорать, накрываем фольгой. После выпечки даем пирогу остыть и посыпаем сахарной пудрой. Яблочный пирог получается очень воздушным, ароматным, с легким привкусом шоколада. Это непривычное сочетание удивит не только вас, но и ваших гостей. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале «Лимонный щербет».